Мы до 12? Нет. Максимум до полдвенадцатого. Дес. Погнали. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? В смысле? Налево, налево. Охильтесь. Первый. Туннель направо сейчас перебегаем. То на арене в первую очередь пробудить или заливать. Налево. Туннель налево. Налево. Направо. Или пуля его уже. Не бейте, не бейте, завоеватель. Еще один. Ну возьмите его, вамкан, алло. Сбили. Я кастую нонстопом, мелкие мобы кипают каст. Уничтожите их! Ну вот диспелит просто фука. На арене, на диспелом. Будете. Тебе же говорили, что вроде не надо кидать. Ну, в прошлый раз. Да, кинь сейчас для теста. А, диспелит, не кидай. Шашама, проводите. Туннель. Только не бегите по центру. Флай, забери этого. Все, запускай. Просто трэш. Ну. Алло. Ресните меня. Берни в этот резон. Ладно. Мобов, мобов, мобов. Баф. Баф сразу же, баф, 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 баф. Фул баф мне дайте. Защитника убейте сначала РДД, вы когда по местам стали, потом босса начинайте бить. Куа, куа, поприставка. Нажмите кнопку. Лапу не бафайте, лапу не бафайте. А мобов надо бафать? Лапу баф. Бафни лапу, точишь. Господа, диспельте, пожалуйста. Танки, почему у вас босс двигается вперед? Второй раз. Блять, не надо отпрыгивать в соседний кэмп, кто выбегает, выносит молнию. Вот так вот, квадрат, алё, блядь, выносим. Нормально. Массакр, нажми. Хочу пить.
кажется, АОЕшка просто все убила. Прохилки квадрат, Близзард. Массакр. Диспел. Сука. Забирай. Дайте вапу стамину. Вопрос к тому, почему босс два раза двигался вперед за бой? Я стоял ровно на макс рендже, и он постоянно двигался вперед. Вы должны их таунтить ровно друг к другу. Никто из вас дальше не должен стоять. Никто не двигался. Ой, это у тебя фреймбаг. Нет, нахуй фреймбаг, чел. Хочешь ты, это самое... Ты сейчас рофлишь или чё? Нет, я тебе серьезно говорю, я кнопки передвижения... Он, блядь, двинулся вперед, сука, визуально двинулся. Понял, из-за чего. Я, смотри, просто Нир стоял сзади меня, и он заретаунтил, а когда я его заретаунтил, он шаг должен же сделать назад, он же подбежал к Ниру на шаг вперед. Из-за чего он не делает шаг назад, если вы, сука, таунтите один сзади, другой... А он стоял сзади меня, он стоял на шажочек сзади, из-за чего он сделал нельзя шаг. Нельзя вам стоять сзади. Ну, я первый танчил, должен был стать меня. Ты должен был стать в меня, когда двигал босса, потому что я стоял в метке. Жестко. Давай скидывай друг на друга. Значит, ты не довел, получается? Я в метке стоял, ты АФК стоишь, ты должен ко мне подойти, думай немножко! Чё, что, блядь? Умник, блядь, разорался нахуй. Поставил. Можно попросить, кто кричит? Вот смотрите, лапу не даем, даем точечно, правильно? Угу. Когда говорите, дайте лапу, говорите к кому? Просто тяжело. Смотри, ты меня поднял, почему ты не дал мне лапу? Почему я должен озвучивать ник, если ты даже меня бы... Честно, не догадался точечно дать. Где вас? Чем мы ставим? Давайте Last Drive Хэйми, потом в обычке будем дальше пойдем. Поехали. Танки, у вас же голос есть там, не знаю, помогать друг другу. Незваные гости! Вы
Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите. А при чем тут Рэл, типа... Забейте хуй, блядь. Это было в горах. Но вы... Что это? Где я? Кто ж мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если... Туннель направо. Смотрим, сейчас налево. Звёздочка. Перебегаем после взрыва. Налево, налево. Сейчас направо после взрыва. Направо. Сейчас налево после взрыва. Налево. Таун, таунти, таунти. Быстрее. Все, давайте за босс. Встаньте за босса. Отлично. Давайте больше по большому. Ханта пропил. Они бегают. Что сейчас будем спускаться? Работайте, быстрее залили. Тапки юзайте, кто там бежит. Страшен. Ждите, пока центр, пока он не это не спустится. Защитника быстрее залили. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Побежали. Контроль, контроль, контроль. Сейчас. ШП. Мы уже убегаем. На центре держите мобов, пожалуйста. Баф не достает. Стоит? По центру встань, да. Звездочку, ой, кружочек. Кружочек левее немного. Отойди. Стоим, пока один стак. Стойте, блядь, не бегайте. Миллики в ромбике, отойди. Вот он опять понад. Что за моб, блядь, прибегает нам? Убейте. Так добейте, да? Самогончик. Рисни его, вот. Нет у нас. Самогончика? Да. Прохил. И нажал. Рис. Да, ребал. Контроль. Прохил. Дотла обновил, да? Блэклоу, да. Рез, да? Трусы там молния. Сразу баф. Готовь масса. Массакр жми, я хочу. Крест молния. Молния, крестик, не стой, сова. Я ж сказал вам, отодвиньтесь, кружок. Босс криво стоит. Квадрат, уже побежали. Квадрат. Сука, демон, как ты выбегаешь, блядь? Массакра нет, да? Крестик, убегай. А, веномчик у кого?
Фуай. Хильте. Дай обжор. Да, гимном он. Нет, не он не. Дайте диспел. А? Не диспел. Диспел по квадрату, дайте убьет сейчас. Блять. Обжорство. Готовь зуб. Бейте. СС, дайте веномчику. Нерв, зубы веномчику. Обжорство. Могу гим сейчас дать на маме с вами. Не надо. Бейте так. Не ржми саль. Или какой-нибудь саль. Дай каплю ему. Хочу пить. У еврея маны нету. У Блэклова маны нету. Дай гим. Надо. Бейте бомбу. Нира, хильте, СС дайте. СС дайте вино. Бабл таунт. Готов. Готовьте бабу. Только в центр встань. Я чуть-чуть прочитал как мог. Жмите бабу вот. Давайте, прожмите еще чуть-чуть. Бомжей дайте, ДКшки там, не знаю. Не отпусти кнопку, да, с гимнах пали. Убили. Есть ДПС чистый в боссе? Есть. Я там первый был. Ты первый, да? Ну, был бы, если бы не умер под конец. Да, да, да. Ну, смотри. Ну, смотрю. Где? Там далековато. Вставать? Така была тревяна в босс. Не вставать, а то может утбагнуться. Если кому-то что надо. Да, лестница. Все, что комп- сейчас пойдет. Будет. Комбат спадет и масса лестница. А сундук где? Щит падает, да, конечно. Кстати, сундук не вижу тоже. Да есть сундук. Ну и если что, я раздам. О, все, появился. Все. Кольцо сразу. Щит классный. Блядь. Мне не надо, отдай. Пусть забирай. Голова. Чё вы за это бошки за ОД не покупаете? Голову и грудь. Там за ОД добавили. А, точно, я же сам забыл, да. Не, ну я все купил на 12. Да, 1450. Такая же башка, я думаю, никому не нужна, да? На офспек там можете, что хотите, блядь. Тысяча, да. Ваз, ну самое вкусное. А с Торима вообще голова падает или не? Или это миф? Ну, тот рейд падает. Только не помню какой третий. По-моему, или второй. Ну, какой-то план. Или в первом плане. Понял. Но она очень редкая. А мы сегодня без пожарных, да? И алголона, я так полагаю. Ну, алголона точно. Как с пожарным, блядь, сейчас убьем. Сейчас справа убьем. Он манекен. Блядь, ну я лезу одну. Там все манекены только что сидим, блядь, по 2 часа. Потому что мы тоже манекены.
Ой, а кто на лутиком, а ты? Да. О. Рота, кто шарит шея с острова Хиловская? Чё даёт прок какой? СПД. Так же, как и на кастерах, что ли? Выдашь его? Ну, я думал, просто все хилы берут кастерскую, и всё. Хиловская, как и танковская. Веномчик на боссе, Нир на трэш. Контрапу под мелких сводить будем. Гончпок. А ладно, Бобби Варвел первый отдашь, Инфернал на мелких. А Вендрос и Скончбок вдвоем отдадите на вторых Инфернал. Рыбу поставил. Я бомжей первый. Два ДК вторые. Ой, все, в деревья свичимся моментально. Ладно, ничего, блядь, сложного нет. Пивалит еще раз. В лучах не стоим. Моментально из лучей выходим. На горный фридом отдаем. Сбавьте приставок, чтобы пришел. МБ-5 по пристам. Баги нет у меня. Паладины. Лай, возьми вторую, пожалуйста, ауру. Давай, пуляй. Краделька водяному сбиваешь, каст я грозовому. Дерево, дерево, РДД залили дерево у воды. Из-под грибов. Быстрее, 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 блядь.
Все, к реке идем ближе. Пройду. Дерево. Помогите мне, дети мои. Я на воде. Излучая вышли. Их вместе залить надо одновременно. Потоплёты больше урона, РДД всех потоплёты бейте. Добиваем. Затем в корне взял, чё? Дерево. Сейчас мелкие будут. Надо к Фрей сбежаться будет все. Стоп. А вы заливайте их. Мелики, отходите от них, они взрываются. Ветка урон. Стоп-каст. Дерево реки. Нормально. Сейчас может быть какая угодно волна. Я на воде. РДД хватоплёта дерева на реке. По грозовому больше урона. Дерево на реке. На той стороне не надо стоять. Топкас. Чё смел? Бомжи. Убежались. Мелики, отходим. Массакр. Можете откинуть салатом эту функцию. Дерево залить рядом с Фрея. Что Фрея все бьем? Встали вдоль, возле берега прям все. В одну линию выстроились. Да, давай.
Не надо перебегать на ту сторону. Вот теперь. Вот теперь побежали. Дерево добили и побежали быстрее. Стоп, Кас. Перебежали. Перебежали. Все, добиваем. Отошли от этого. Я в сундуке застрял. Благодарю вас. Ну, был бы у нас кот, да? Но у нас есть хант. И опять мне нету ног на ДК, понимаю. У вас токен, как обычно. Не пройдет никогда. Че ты линкуешь, блядь, посох на ловкость лоб. Зато 39-й, я бы тоже взял. Хан, тебе надо? Ну, тебе не надо, что? Линкуй хан свой. Тебе, блядь, тут кроме ханту никому не надо. Тогда. У тебя химия есть? Нет, нет. Блять. Вот они думают, что тебя отпускнут. Токен. Четвертый кусок у тебя будет миска? Нет, у него всего 4 куска. Уже есть, и он просто поменяет 19 на 26. А. Пишите up. Угу, если менять. То же самое. Надо рецепт кому? Просто плюс поставьте, левой. Только жаль. Есть уже такое. Понял, мне надо. Дашь лутера, заберу ларец. Это к этому тризону. А мы пожарника бьем? Угу. Три зона, да, и на войда ларец заберу с сундука. Шоу вроде. На 2 минуты. А можно спросить? Я же правильно понимаю, что тут кроме огня ничего такого не отличается от обычки? Нет, урон, ну, блядь, моментально из огня надо выходить. Рейндж держать 8. РДД и должны быть рассредоточены по комнате. Между собой держать рейндж. На первой, на второй фазе должны слева-справа стоять. Равномерно. РДД и хилы. Милики все в мили. На минах взрываться не надо. Но мины это там такая же тактика, блядь, с минами, как и в обычке.
А подскажите, я просто, ну, десятки видел видео, ребята там что-то в один кемп специально собираются, что-то как-то эти лужи катят. Мы огонь лужи будем скидывать, да, танк будет катить лужи. Если ты на второй фазе мы будем скидывать мели огонь. Там дай пойти. Массакры. Пока вас я сейчас вылечу. Я плюсом лугичат. Есть фласк на апкал? Кидай трейд. Да не надо. Понял. Да я здесь. Поставьте, сука, сумму. А, уже понял. Сейчас скажу. Жив, что ли, босс? Нет. Кто-то ушел. Вот так не вернулся. Да я тут. О, сейчас секунду. Кто вообще не знает, что здесь делать, Хэми? Есть такие. Дайте рыбу. Я думаю, давай 6 хилов. Давай этого спикать. Лосевода. А, да. Хила, лосевод. Первая, третья пати налево идет, вторая, четвертая направо. Относительно чего? Едят, как вот смотрим, сейчас стоим. Верон. Угу. Относительно кнопки. Нет. Голд, шамагончик. В смысле не видно. Юрей налево, коли деф обжорство направо. Можно, пожалуйста, лосевода поменять? Лосевод. Чё? Мне, ну, тотем на мана нужен будет, скорее всего. Всего.
еще раз. Вот направо идешь. Все, окей. Погнали, посмотрим, что будет. Прям вплотную, встаньте, да? К стене. Вплотную, встаньте к стене. Прям спиной прижмитесь туда. Отчет только дай-ка. Конь, сразу выходим. Все. Вышли. Все, кому сказал направо, те справа стоят. Тут слева рассредоточьтесь, раньше 8 возьмите между собой. Насчет рейнджи это важно. Отошли мы. Ты его должен вести по ко входу. Ко входу, ко входу. Налево. Да. Мина. У нас уже поле кулер. Ну куда вы бежите, мой друг? Это не видите, что ли, блядь? Понял, не видят. Всего. Сейчас уже переводить, да. Да. Ко входу надо идти, ко входу. Все возле входа должны быть. Понятно. Кого лезть? Давай. Лакло рез, ходит деф, а вой рез и лосевод. Мин нету. Да. Таргет. Запомните. Все ко входу вплотную, также к стене встаньте. Налево, направо прыгайте. Дайте инеры по хилу. Че вы стоите-то? Идем, идем в центр, все. Также по кругу РДД рассредоточьтесь. А, ну кайтишь огонь. Ну, опять по крестам сказка, видите тогда? Шамагончик. Давайте не... рядом с боссом будем мили скидывать. Центр, давайте, мили все. Забежали в мили. Вышли, выпрыгнули. Мили. За спину бараш. Посмотрим, похуй, бьем пока. Посмотрели. Он тут уже ходит диагон, да. Сейчас вайпиться будем. Нужно уже заходить и в огонь падать. Надо просто заранее идти туда уже, ко входу ДПС меньше. Все. Ну да, танк веди ко входу, откуда заходим, туда постепенно его. Весь рейд двигается тоже, но держа раньше 6 метров. У нас по факту хилит 3 хила тут, к сожалению. ДПСом больше.
по 3 хила в могиле было на первой фазе. Не, это плохо. Те же самые. Давайте, поехали. Когда он потушил, вы должны уже стоять почти возле входа, но стрижем 6 метров. Внимательно. Так, как его добили, сразу ко входу идем огонь скинуть. Нет, там... Если не успеваем, то... Не успеем. Так. Не успеем. Как потушил, сразу возле входа должны быть. Но стрижой. У кого огонь? Половина. По мастера уже жмёте, нет? Понял. Дайте мне огонь, я тоже понажимаю. Ну, не давай, значит. А 6 метров рейндж. До свидания, чё. Ко входу, да. Сокру. Тарси, попрыгнул. Он БРФ. Амина. Нет, БР у нас. Отошли от огня все сейчас. Огни пойдем скидываем. Нет, под этот огонь скидываем. 5 секунд. К огню идем. 3 сакры отдали, блять, охуенно. Выпадем. Все. Заканчиваем путь. У нас нет ни одной сакры на данный момент, мастер только. Угу. Мили, все в мили зашли. Мастер. Выпрыгнули. Вот там хан зашел. Ты его огонь. Дай мне мастера на огонь, а. Спасибо. За спину все. Выпрыгнул. Пулю по от ракеты умер. Понимаю. Ладно,
Ладно, пусть это дамажит. Я пойду на хила зайду. Огонь. Да, уже падаем. У нас пол рейда лежит. В огонь можете зайти умереть. Эти пацаны десятки убивали. Угу. Я что-то не думаю. 25-ки что-то у них. Паника какая-то. Спекайся в ШП обратно. Без хила убью. Отвечу. Тапать. Больно бьет. Ну я хилился неплохо. Сколько отхилил? Что, забагался или что? Кто тысяч отхилил? Там далее этот диван не работает тут. Коли палки выступить огонь, или я первый жму? А сакру оставьте на вторую фазу лучше. Давай я первый тогда нажму. Хотя вы все вместе не нажимайте. Суманить? Ставьте шкаф.